как цифры связаны с нашим телом, еще такая вот информация. Оказывается, используя определенные цифры, представляя их на своем теле, можно очень изменить свою судьбу. Если на протяжении дня представлять, будто на вашей груди нарисована девятка, то обретете любовь. Вас начнут любить, к вам начнут хорошо относиться, у вас появится очень много людей, которые захотят вас обожать, которые захотят вам помогать. В случае, если с правой стороны представлять цифру 6 ноликом к вам, вот так завернут, то у вас будет получаться успешное предпринимательство. Если у вас нет сотрудника, у вас не получается придумать, чем вам заниматься, у вас не получается найти какую-нибудь бизнес-модель своего поведения, представляете каждый день шестерку с правой стороны от себя. В случае, если у вас есть проблемы, которые связаны с проблемами суда, у вас неприятности в жизни и так далее, также вам часто снятся умершие родственники. У вас есть психические заболевания. Представляете, будто с левой ноги вниз под землю идет одна цифра 4, перевернутая вверх тормашками, а с другой вторая цифра 4. Это называется вашими кармическими корнями. Представляете, будто вы видите сияющими цифры 4 с левой ноги и 4 с правой ноги. Это на 100% поможет вам в дальнейшем справиться с судом, с проблемами, которые связаны с преследованиями, с врагами и даже с психическими заболеваниями. В случае, если представлять с левой стороны от себя плюс, яркий, сияющий или цифру 2, это привлечет в вашу жизнь материальное благополучие и деньги. Лучше, если над головой представлять либо цифру 8, а еще правильнее, два солнца. Верхнее солнце золотое, а под ним любого другого цвета. Но лучше представлять желтого цвета, два, два золотых солнца. То это продлит вашу жизнь, вы помолодеете и станете себя э, лучше чувствовать физически. Это все называется элементами работы через цифровые коды. Об этом я очень много рассказываю у себя. В разных семинарах, особенно уделяя этому внимание в своем семинаре обучение в эзотерической школе Кайлас четвертая ступень, там я рассказываю о гармонизаторах, о том, как построить пентакль абсолютно счастливой жизни и так далее и тому подобное.